не хватает койко-места в Западном Казахстане. Инфекционная больница Уральска переполнена. Там около 200 заболевших коронавирусом. Большинство из них со средней степенью тяжести заболевания. Около 20 человек в тяжелом состоянии. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ. За сутки зафиксировано 2 летальных случая. При этом новые заражения выявляют ежечасно, отмечают специалисты. Заболевают целыми семьями и коллективами. Медперсонал не справляется с таким потоком пациентов. Многие врачи отказываются работать в столь сложных условиях. Главврач инфекционки и вовсе решила уволиться, обвиняя областное управление здравоохранения в бездействии. При этом проблем с обеспечением лекарств и средств индивидуальной защиты в городе нет, заверяют в акимате. Однако в связи с дефицитом мест на борьбу с COVID поспешно перепрофилируют другие медучреждения. Количество больных прибавляется, но что не верить, оно и привело к тому, что пациенты бедные поступают в тяжелом состоянии. Мы его озадачиваем всеми нашими проблемами, но на сегодняшний день на его уровне решения каких-то проблем я не вижу. На этой почве у нас и наступили конфликты. Не было никакого у нас с ней конфликта. Мы полностью обеспечили ее весь стационар и аппаратами искусственной вентиляции, и лекарственно обеспечили. На сегодняшний день у нас инфекционная больница полная, в связи с чем мы сейчас дополнительно уже со вчерашнего дня начали разворачивать койки в городской многопрофильной больнице. У нас очень высокая будет уплотненность в областной многопрофильной больнице.